В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о юридическом образовании. Его авторами стали три народных депутата – Сергей Кивалов, Виталий Курило и Александр Спиваковский. К слову, Сергей Кивалов обещал внести этот документ на рассмотрение парламента еще в тот момент, когда был зарегистрирован проект, вызвавший волну негодования среди юридического сообщества из-за ряда спорных положений. Альтернативный законопроект разделяет юридическую деятельность на два разных типа – что обуславливает различный порядок допуска выпускников юридических вузов и факультетов в зависимости от уровня высшего образования. В свою очередь, первый законопроект лишь определяет четыре юридические профессии, такие как судья, прокурор, адвокат и нотариус.